сообщает ТАСС о заявлении РФ президента, пресс-секретаря, что Путин к диалогу и контактам по теме вокруг Украины, кризиса открыт. Вести вот только США и Украина не желают с Путиным такой диалог. И знаю я, хотя что оторвать людей нельзя от невежества карит. И по поводу такого от напоминания всем пословицы: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Удержаться я не смог. Под занавес сегодняшнего опять очень хорошего, теплого, ясного дня. Но так что через 2 минуты, час ночи будет, так что можно уже шабашить с чистой совестью.